Я приношу извинения, что не послал вам официального извещения, принцесса. Не называй меня больше принцессой, клоун. Извини. Знаешь, почему я веду себя как клоун? Потому что не могу иначе. Что именно? Вот это. Идиот! Это становится привычкой. Что происходит? Ничего. Ничего, мой дорогой. Ничего. Мой дорогой? С каких это пор он стал тебе так дорог? С нашей помолвки. Ты разве не знал, что мы с Акевой женимся? Вот это новость. Значит, ты выходишь замуж? Отлично, браво, поздравляю. Это то, что ты искала, правда? Такой муж. Ты, наверное, слышала о женщинах, которые только и мечтают выскочить замуж. Поздравляю, наконец-то ты нашла такого дурака. Это кого ты назвал дураком? Тебя, доволен? Я тебе морду набью. Хватит, хватит, когда вы научитесь себя вести прилично. Чтобы я больше не слышала гадости от тебя, я ими сыта. Разве ты не понимаешь, что проиграла? Впервые в жизни. Ты проиграл, пойми. Пойми? Я проиграл? Наоборот. Слава богу, что я не связался с такой ненормальной. Заткнитесь оба. Стива! Ну ладно. Дорогой Стива, хочу дать тебе один совет. Ты поймешь, что влип уже через неделю после свадьбы. Это зависть. Ты умираешь от зависти. Прошу тебя, оставь меня. Он у меня сейчас все поймет. Кулаками ты ничего не добьешься, хотя не мешало бы его проучить. А теперь с тобой. Раз уж нам придется работать вместе, давай соблюдать уговор. Пункт первый. Не мешать мне. Пункт второй. Не ссориться. Пункт третий. Строго соблюдать первые два пункта. И еще. Когда идешь в туалет, не забывай поднимать сиденье унитаза. Мне тебя жаль, парень. Ты не знаешь, что тебя ждет. Меня ждет счастье. А кого надо пожалеть, так это тебя. Прекрасно. Я вижу, вы друг друга стоите. Конечно, никто не сомневается. Я в этом уверена. Это правда? И когда будет свадьба? Да, когда? Ну, это надо еще обсудить. Ведь ты за этим и пришел, правда? Да, да, именно, за этим. Ты такой красивый. Я просто схожу с ума, когда ты в этом костюме. Третий сорт. Ты, наверное, купил его на распродаже. Или дай-ка угадаю, наверное, секонд-хенде. Угадал? Тебе не нравится этот костюм? Нет, нет. Абсолютно не нравится. Не нравится? Странно, ведь этот костюм выбирала твоя сестра. Моя сестра? Стива, не заводись, я тебя прошу. Ты становишься невыносимым. Будь любезен, оставь нас одних. У меня есть над чем поработать. Не вредничай, нам со Стивой нужно поговорить наедине. Работа прежде всего, извините. Отлично. Пошли, Стива. Ну уж нет. Нет, нет, в этой комнате отдыхаю я. А если вам нужна постель, то бордель вон там, через дорогу. А тебе лучше прочистить мозги, а то ты похож на дебила. Пойдем, Стива. Пойдем, Стива, пойдем, Стива. Этот тип как баран на веревочке. Я тебя убью, я убью тебя. Ты разве не видишь, он же нарочно тебя дразнит? И здесь вы не строитесь. Посторонним сюда вход воспрещен. Ведь эта студия является объектом договора аренды и принадлежит только мне. Поэтому летите, голубки, отсюда. Летите, летите. Правда, можно остаться в качестве модели. Но только ты. А то у него очень зверский вид. Порядочные люди с тобой не сработаются. Пошли, Стива. Кукла на веревочке. Ты у меня дождешься. Прекрати, Стива. Ты разве не видишь? У него вместо мозгов опилки. Пойдем быстрее. Здесь плохо пахнет.